We'll sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet. Welcome to the show Meeting Interesting People. Today my guest, Kirill Telkenstein, and the program will be in Russian. Да, добрый день. Сегодня в гостях у меня Кирилл Финкенштейн, автор, математик. И мы начнем просто, как обычно в моих программах, представим как бы портрет гостя, а потом уже расскажем нашим зрителям, что у нас здесь на столе и, собственно говоря, чем вы занимаетесь в данный момент. Пожалуйста. Окей. Okay. Хорошо, спасибо. And, по-русски. Одну фразу. Да. По-английски. Thank you and the owners of this studio for hospitality. Uh-huh. Now продолжаю рассказывать о себе. Значит, я родом из Санкт-Петербурга, uh-huh. тогда Ленинграда. Да-да. Ну, родился в семье инженеров. Уехал в Америку в 1997 году. До этого закончил технический вуз, занимался разработками в области физики, всякие физические радости, вроде лазеров, термоядерный синтез. О, было боже очень мой, интересно. Страшно. Да. Вот. А потом мы перебрались в Нью-Йорк, потом в Бостон, и 10 лет прожили еще в Канзас-Сити. И пока я жил в России, никаких у меня... поползновений заниматься литературой и историей не было. Но с собой из Петербурга я захватил некоторые документы, оставшиеся от моих бабушек и дедушек. Там фотоальбом и несколько документов. И вот я начал все это дело разбирать. А бабушка и дедушка, они родились в Царском селе. Знаменитый пригород Санкт-Петербурга. Да-да-да. И, как я выяснил, дедушка учился в Царскосельской гимназии. Не надо путать ее с лицеем. С лицеем, это другое время. Но эта гимназия тоже очень примечательна, потому что в ней учился Николай Гумилев. Директором был замечательный русский поэт Иннокентий Анинский. Да, да. И также очень много поэтов и ученых вышли из стен этой гимназии. Понятно. И вот я начал все это дело раскручивать. Появился сайт о гимназии. И... То есть мы сделали? Да. Я это сделал. И после этого меня даже пригласили на филологическую конференцию в Москве рассказать. Вот, ну, понятно, о ваших изысканиях. Да. Да. И в результате получилась вот первая книга. Моя первая книга, 2007 год, называется она «Неизвестные фотографии Николая Гумилева и других поэтов Серебряного века». Одна из фотографий – это из архива моего дедушки. Да, только подержите немножко подольше, чтобы камера вот успела. Да. Я, конечно, могу долго о ней рассказывать, но лучше вкратце. Да. Тут вот... так сказать, да, вот мой дедушка, и я стал ее показывать фотографию специалистам, они определили, что это Николай Гумилев. А я отсюда даже вижу. Учились в одно время. Да, да. Чтобы было подтверждение, понятно. Я отдал эту фотографию в МВД, в милицию на экспертизу. И там делали настоящие эксперты, и написали, да, это Гумилев. Все. Это какой возраст, значит, он здесь гимназический? Это сколько? Это... Ну, вот вашему дедушке там сколько лет? Ну, порядка 14-15. 14-15. Вот. Но потом да. я познакомился с такой Анной Генриховной Каминской, которую Анна Ахматова считала своей внучкой. Да-да. И побывал у них на квартире. На Петроградской стороне. И она нашла точно такую же фотографию, потому что ее родственник, вот он, Лев Аренц, тоже учился вместе с моим дедушкой. И выяснилось, несмотря на экспертизу, что никакой это не Гумилев. Да?
Да, эта фотография датирована 1907 годом, когда Гумилев уже был во Франции. А похож все равно. Да, похож, поэтому вот так и получилось. Да. Ну, в общем, вот с этого начались мои как бы литературные исследования. Угу. Другая фотография, которую я исследую, это тоже, если хотите, чтобы показали, чтобы где-то здесь секунду нашлась подержать. В архиве моей знакомой петербургской. Угу. Это заседание кружка поэтов. Угу. И вот здесь, как я и многие исследователи считают, угу, что это Гумилев и Ахматова, угу, но некоторые считают, что нет. И вот появилась так эта первая книга о Серебряном веке и так далее. Угу. После этого я написал две книжки, посвященные Царскосельской Николаевской гимназии, ее ученикам, преподавателям и директорам. Понятно. Ну, тут как бы открыл много малоизвестных имен, возвратил их. И это был как бы первый шаг. Да. А после этого те, кто сейчас находится в этом здании, это вот бывшее здание гимназии, да, они заинтересовались, и сейчас там находится музей Николаевской гимназии. Ну, вот они меня считают как бы отцом-основателем. Ну, конечно, работу-то проделали большую. Да, работа была большая, и опять-таки это все есть. И они наверняка что-то использовали, правильно? Да, да, да. Это для музея. Послужило началом. Сейчас они уже там, не знаю, ну, понятно, в 10 раз больше. Ну, ясно. Но это... Ну, понятно, но это было начало. И как, было какой положено. Это год? Вот это какой год? Эти обе книжки. Одна из них 1901. Да-да-да. 2008 год. 2008 вторая год. 2009. 2009. И они уже где были опубликованы? Здесь? Нет, это все опубликовано в Ленинграде. В России. Да, и этот в уже. Ну, тогда уже Петербург. Петербурге, стал, да, да, Петербурге. Угу. Понятно. Вот. Ну и еще одна книжка, которую я считаю как бы своей, но автор не я, это Сергей Горный. Так. Это псевдоним такого Александра Оцупа, который родился и вырос в Царском селе. Ага. И он писал такие пронзительные рассказы, воспоминания. Угу. Потом он эмигрировал в Германию. Угу. И вот здесь собраны его рассказы о Царском селе. А я был автором предисловия, ага, комментариев, составителем и ну, так понятно. Далее. То есть, а он жив? Нет. А, его нет уже в живых. Он учился тоже в гимназии. А, понятно. Он понятно. Родился, по-моему, в 1870 году. Понятно, понятно. То есть вы просто собрали все да, его да, рассказы? Да, да, да. Ясно, да, 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 ясно. Понятно. Вот. Ну и основной акцент, мы должны сказать, что эта книга по-английски называется, вы сказали... In a Wrong Body. In a Wrong Body. The Secret, secret of the Life no, of secret Nikolai... Life. Дерайлен. Secret Light of Nicholas Дерайлен. Yes. Хорошо. И как, значит, теперь мы начнем, как появилась эта книга? Да. И как ни странно, все это связано вот с этой самой Царскосельской Николаевской гимназией. Просто ага. так сложилось. Угу. Я работал над очерком о Портсмутском мире. Портсмутский мир – это мирный договор да, между да. Россией и Японией, положивший конец войне, который был заключен в 1905 году в Портсмуте, недалеко здесь от Бостона. Да. Вот. И в этих переговорах принимал участие, был выпускник этой самой Царскосельской Николаевской гимназии, торговый представитель России в США. И когда я начал искать информацию о нем, он, а другой участник переговоров был генеральный консул России США в Чикаго, барон Шлиппенбах. И вот когда я стал смотреть, что же известно о бароне Шлиппенбахе, нашел случайно в газете 1907 года
заметку о эксгумации тела некого загадочного Николая Дарайлана. И с тех пор, в течение, можно сказать, 7 лет, эта история меня не отпускала. И вот в течение 7 лет я постепенно раскручивал историю жизни этого необычного человека, в результате чего родилась вот такая довольно объемная книга. Я знаю, что вы давали интервью в Сан-Франциско по поводу этой книги тоже. Да, ну, я не знаю, может быть, как-то вы сами решите, как вы хотите преподнести эту историю, раскрыть всю интригу или... Частично. Частично, хорошо. Частично, можно сказать. Хорошо. Хотя это вот документальное историческое расследование, но с элементами беллетристики. Понятно. Значит, герой этой книги Николай Дарайлан. Но могу сразу сказать, значит, после его смерти его имя прозвучало на всю Америку. Десятки газет писали о нем. Почему, в общем-то, появились все эти сведения, удалось собрать. А в чем дело? Он эмигрировал из России в возрасте 18 лет. Это какой период вы... Значит, он эмигрировал из России в 1892 году. Конец 19 века. Да, конец 19 века. Значит, осел в Чикаго. Да. И, очевидно, у него было масса талантов. Потому что в короткое время, когда ему исполнилось только 20 лет, он стал личным секретарем генерального консула России в Чикаго. До этого он устроился помощником так называемого комиссара России на Всемирной выставке в Чикаго. Был 2 раза женат, как имел сына. Все вокруг думали, что это его сын. И завел собственное юридическое бюро, весьма прибыльное, но потом, как выяснилось, во многом мошенническое. Понятно. Вот. И был гулякой таким, волочился за женщинами, в общем, пил, курил и так далее. Но заболел чахоткой. Или туберкулезом, как сейчас говорят. Заболел чахоткой, и, к сожалению, болезнь прогрессировала. И вот в 1906 году он поехал в Феникс, в Аризону, потому что там воздух пустыни. Ну да, да, сухой. Помогал. Вот. И там он скончался. Ты как в возрасте? В каком возрасте? Значит, ему было 38 лет. 38 лет. Ой, сори. Не 38 лет, ему было 32 года. 32 года. 32 года. Я извиняюсь. Ничего. Вот. И после его смерти он был там один с личным врачом. И после его смерти, значит, сделали вскрытие. Хотя он перед смертью сказал своему врачу, что он как бы договорился со своей женой, чтобы, если он, значит, покинет сей мир, чтобы никто не касался его тела, кроме жены. Понятно. Вот такая у них, мол, договоренность. Угу. Да, и к тому же я забыл сказать, он служил в Чикаго в отряде так называемых черных гусар, непременных участников всяких празднеств. Они сопровождали, например, американских президентов, когда они приезжали в Чикаго, на парадах и так далее, и так далее. Хотя этот Райлан был небольшого роста. Понятно. Ну и после того, как умер, врач связался с его супругой, которая жила в Чикаго, но что-то от нее долго не было ответа. И поэтому он дал указание забальзамировать тело. И вот в это время, когда
стали, значит, похоронами стали, да, бальзамировать, выяснилось, да, что Николай де Райлан... И, может, это... мы не будем говорить? Нет. Будем, да? Это все, так сказать, можно в интернете найти массу. Понятно. На английском, правда. Да. Что Николай де Райлан оказался полноценной женщиной. Это вызвало, конечно, шок. Да. И поэтому вот толпы репортеров кинулись на поиски всяких жареных фактов. Ну, ясно. И эта история не сходила со страниц американских газет в течение так 2-3 лет. Угу. И основа этой книги, угу, это статьи в американской прессе тех лет. Угу. Их я вот насчитал там более 100, угу, хотя они во многом там повторяют. Понятно. Одна другую. Да. А сейчас, спасибо интернету, благодаря цифровизации, да, не все статьи в открытом доступе, но многое удалось узнать. А второе, что мне, можно сказать, повезло, все-таки я, так сказать, довольно упорно осуществлял поиски. И вот в архиве Чикагского суда нашлось дело о разводе Николая де Райлана с первой женой и дело о борьбе за его наследство. Поскольку после того, как он умер, жена стала претендовать на наследство. Первая жена. Вторая жена стала претендовать на наследство, но судебные американские органы посчитали, что, во-первых, де Райлан обманул, потому что он был женщиной, он вообще не мог жениться. Да. И поэтому ей отказали. Сейчас бы уже мог. Не совсем так. Я узнавал у нынешних американских адвокатов. Понятно. Не совсем. Понятно. Потому что он, так сказать, как бы не сказал правды. Но понятно, в то время это было и невозможно. Понятно. Значит, и говоря современным языком, кто такой был Николай де Райлан? Он был транссексуалом. Или, как сейчас говорят, трансгендером. Да. Хотя в те времена таких слов и вообще не знали. Не употребляли. Не употребляли, да. Ну, меня привлекла эта история в основном как бы не с медицинской точки зрения, понятно, а вот сила характера этого человека. Вот с ним произошла авантюризм такой. Такая история. Вот он родился мальчиком. Девочкой. Но, начиная с ранних лет, где-то с 3 лет, он стал ощущать себя девочкой. Мальчиком. Мальчиком, заключенным в чужое тело. В чужое тело. Значит, и откуда еще появилось много сведений, мне удалось по косвенным ссылкам обнаружить две большие статьи 1915 и 1917 годов в российских исторических журналах. Одна из статей, она, по-моему, страниц на 30. Это интервью, на основе интервью матери Николая де Райлана. Да, я вот хотела спросить. Она же Анна Терлецкая. И вот оттуда стали известны очень многие интересные факты. И еще один источник – это дневник, дневниковые записи Николая де Райлана, который изучил американский адвокат, который после смерти вел дело о наследстве, у которого были русские корни, который мог читать по-русски. Понятно. Вот. И он опубликовал в американской прессе большую статью с изложением дневниковых записей. К сожалению, записи до нас не сохранились. По просьбе вот матери Николая де Райлана, могу тоже сказать, она же Анна Терлецкая. Кстати, родилась в Одессе. И отец ее был поляком. А вот родственники, когда его не стало... родственники в России, как они реагировали? Вообще, как значит, это... в России была только мать, отец умер до этого. Отец умер до этого. У ней было еще в их семье четверо братьев и сестер, и все умерли.
в раннем возрасте. Понятно. То есть это единственный ребенок. Угу. Да, единственный мать. Но она ничего не знала, где находится ее дочь. Потому что отдельная история, это как она убежала из России. Тоже очень интересная история. То есть история. Это вот все в книге есть? Все это в книге есть. В ее побег были вовлечены такие громкие имена, как знаменитейший адвокат Плевака, которого называли вообще Златоустом России. Он жил в Москве. А Дералан со своим, тогда Анна Терлецкая, с мамой, они жили в Петербурге и с отцом. Ну, по роду службы они переехали из Одессы, потом в Санкт-Петербург, потом в Киев, из Киева обратно в Санкт-Петербург и так далее. И вот в возрасте 19 лет она сбежала под родительского крова с помощью, и обратилась к адвокату Плевака. А у нее еще было письмо от Георгия Победоносцева. А Победоносцев, кто такой Победоносцев, в то время это был ближайший сподвижник царя Александра Третьего в то время. Он был главой Священного Синода, то есть связь с церковью. Вот. Значит, все эти перипетии здесь описаны, но со слов матери Николая. И плюс еще сведения из его дневника. И еще одна статья, это статья его дальнего родственника, тоже в историческом журнале. Но там всякие слухи и так далее. Ну вот теперь мы должны сказать нашим зрителям, во-первых, где можно приобрести эти книги, и вот в частности вот основную, вот эту большую, новую. Ее можно назвать, наверное, романом, что ли, даже, да? Если вы говорите, это исторический, как бы исторический роман, так? Получается. Ну, получается так. Да. Он состоит из трех частей. Первая часть, пролог, написан на основе статей из американских газет того времени, чтобы почувствовать всю эту атмосферу вот этого ажиотажа. И статьи полны слухов и недомолвок. Понятно. Там в статье чего только не писали, что на самом деле типа Николай Дерайлан является дочерью великого князя такого-то. Ну, в общем, понятно. Здесь еще приводится очень интересно изложение пьесы, которую написали вскоре после гибели, смерти Николая Дерайлана. Но она, неправда, не увидела так свет где рампы. Можно купить? Вот, значит, лучше всего обратиться на сайт, мой литературный сайт. Он называется Кирилл, 2L, по-английски, K-I-R-I-L-L, books.net. Хорошо. Там есть вся информация. Ну, понятно. Можно ее скачать в электронном виде. Да. Здесь в Америке. И там же есть вот эти, да, все книги? Есть сведения о них, но в Америке их вряд ли можно купить. Но в России они есть. И то... Но это уже сколько времени прошло. Понятно. Вот эти книги, я думаю, понятно. Если только у издателей еще несколько экземпляров осталось. Вот эта книга, моя первая, да. Она есть на Гумилевском сайте. Но это, наверное, есть в этом сайте музея. Ну, а или, может быть, у них экземпляры есть продажи. Есть, да. Ну, в общем, кто захочет, да, еще только найдет. Хочу добавить вот об этой книжке, да. Что эта книга посвящена Николаю Дерайлану, но она соткана из разных многих историй, которые, когда я стал изучать это время, мне показалось, будут интересны читателям. Существенная часть, например, значит, вторая часть книги – это историческое расследование, основанное на фактах, которые мне удалось найти в архивах и в газетных статьях. А третья часть, могу уже раскрыть, это дневник Николая Дерайлана, который, если вы прочитаете книгу, вы узнаете, сам ли он писал это, или это придумал автор, то ли я. Ясно. Но, опять-таки, этот дневник, он как бы основан на реальных фактах и событиях. И мне так кажется, что вот последняя часть, дневник Николая Дерайлана, это как бы наиболее интересная часть. Ну вот я могу показать зрителям, как выглядел чуть-чуть. Николай Дерайлан со своей женой. Это где-то
1900-е годы, угу. порядка 1900 года. И очень довольно мелко. А, и вот смотрите, в этой книге, угу. почему я говорю, она соткана из разных историй, например, вот это. Угу. Это Скотт Фицджеральд угу. и его жена Зелда. Угу. Казалось бы, какие имеют да. отношения к Райлану. Угу. А у меня одна из глав угу. посвящена, можно сказать, ближайшему другу Николая де Райлана, вице-консулу России в Чикаго, угу. князю Николаю Ингалычеву. Его история тоже это как бы отдельный роман, потому что он был авантюрист, угу. обеспечивал себе жизнь женитьбой на миллионершах. Понятно. А его сын угу. Владимир да. Ингалычев, он стал другом Скотта Фицджеральда. Понятно. И потом появились сообщения, что он внезапно скончался в возрасте там, 21 года. Ну и вот расследование говоря, это вошло в книгу. Кому будет интересно, они эту книгу найдут, я да. думаю, получат большое удовольствие. Да, ну, можно ее заказать в книжном магазине в Сан-Франциско. Угу. Понятно. Идет довольно быстро. Понятно. Вся эта информация есть на сайте. Ну, спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию, показали, рассказали. Очень интересно. И по поводу Серебряного века, и истории Николая де Райлана. Я думаю, что наши зрители получили много информации. И те, кто заинтересуется, найдут да. их и прочтут. Да. Спасибо большое. Thank спасибо you so вам. Much. Спасибо. Thank you. Да. Okay. Всего доброго.